Самаре заработали 4 дополнительных центра приема обращений жителей к главе региона Вячеславу Федорищеву. Их адреса: поселок Прибрежный, улица Труда, 8А, поселок Береза, второй квартал, дом номер 10, Лысвинская, 2 и Охтинская, 25. Приемные работают ежедневно с 9 до 18 часов. В детсадах Самары 5 июля распределят свободные места на новый учебный год. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. Распределение мест происходит автоматически. В Самаре появилась дополнительная остановка около дома номер 7А по улице Мариса Тереза. Там будут останавливаться автобусы номер 24, 34, 41, 53 и 56. В эти выходные в историческом центре города пройдет бесплатный джазовый концерт. В субботу 6 июля горожан приглашают на вечер музыки в сквер Эльдара Рязанова. На уличной сцене выступят музыканты питерского коллектива. Начало концерта в 18 часов. В областной столице проходит акция «Самара в движении». В течение всего лета в парках имени Гагарина и 50-летия октября, а также на площади Куйбышева и на набережной, профессиональные тренеры проводят групповые занятия по зумбе, боксу, волейболу и другим видам спорта. Тренировки проходят ежедневно на каждой из площадок с 17 до 21 часа. В ближайшее время появится новый автобусный маршрут между Самарой и Новокуйбышевском. Кроме того, до 30 сентября продлили льготный проезд по карте жителя Самарской области. Это коснется пакетных тарифов на проезд. В Самарской области составят достоверный рейтинг управляющих компаний. Глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что получает большое количество жалоб жителей на работу УК. Он предложил, чтобы на обратной стороне квитанции размещали QR-код, ведущий на сайт с опросом о качестве услуг компании. В регионе сформируют рабочую группу, которая будет контролировать деятельность обслуживающих организаций.